Выпускной вечер для более 500 выпускников-иностранцев прошел в молодежном культурном центре НИУ Белгу. В мероприятии приняли участие представители ректората, преподаватели и, конечно же, иностранные студенты, выпускники всех институтов и факультетов Государственного университета, представители Ассоциации выпускников университета. В НИУ Белгу постоянно совершенствуются и интегрируются в глобальное образовательное пространство. Студенты не только получают образование в нашем университете, но и находят здесь друзей, влюбляются, некоторые из них женятся, некоторые из них остаются в России. Мы это всячески приветствуем, будем рады, если таковых будет становиться все больше и больше. А те, кто уезжает, я думаю, навсегда сохраняет память о своих лучших студенческих годах, проведенных в стенах нашего университета. Ректор вуза вручил благодарности за отличную учебу, успешную научную деятельность, активную общественную и творческую работу 33 иностранным студентам-выпускникам НИУ Белгу. С творческими подарками перед выпускниками выступили коллективы НИУ Белгу и виновники торжества.